показано, вот, 3.09, да? 3.09. Глубокой и пока еще темной ночью двое возле Казанского собора. Походка расслабленная, и то, что вдруг они залезают на строительный забор и леса, сначала даже не кажется странным. Настолько спокойно, как будто делали это много раз. Это видео, отснятое самими руферами, сегодня принесли в Казанский собор. Внутреннее расследование показало, ночью действительно была совершена вылазка на кровлю. Но что хуже, руферы залезли и на святыню, золоченый купольный крест. Та самая заманчивая крыша Казанского собора. Сложно попасть сюда. Дальше уже без охраны и лестницы до самого креста. И все же кажущаяся простота вовсе не приглашение подняться. Вроде к Богу ближе, и все-таки не по-божески. Руфер со стажем, он облазил и Адмиралтейство, и Эрмитаж, и Дом книги, но вот на крыше Казанского он в первый раз. Их с другом никто не остановил. Я ж ничего не хотел испортить, я просто туда залез, фотографировался, ушел. Я ж не лез туда, чтобы этот крест пилить. Сезон начинается в апреле. Нужно ведь не просто красивое фото города, покорить вершину и запечатлеть себя, их цель. Руферы влезали на купол Исаакия, на крышу Эрмитажа, на шпиль Петропавловской крепости. На медном всаднике жарили шашлыки. И крыша Казанского словно выставочный зал. За сезон на нее покушаются до 10 раз. Но то, что руферы залезли на крест, очень оскорбило и служителей, и прихожан. Прежде всего, это кощунство. И то видео, которое я видел, когда человек залезает на крест, лазит по кресту, знаете, это равносильно, что топтаться по чему-то вот святому. Это недопустимо. Данные с камер наблюдения уже в полиции. Началось расследование.